Я готова. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Быстрее, Ви! Мы что, опоздали? Ви, глянь. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Красава. Сам бы лучше не сделал. Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и бочи. Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент и убери их. На нее нужно свой покупать. Найдите их и разберитесь. Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Куда цель? Точно, не хотим. Не жалей никого, слышишь? Я, погодите! Я пустой! Теряем наших! Убей! Ты знаешь, на кого залупаешься? Тебе еще свинца! Молодчина! Нам больше некуда идти. Бак, что у тебя по плану здания? В его комнате есть выход на балкон. Окно слева от вас. Через секунду открою. Ви, просто отвлеки его. Дальше я справлюсь. Дверь в комнату тоже открыта. Будьте внимательны. Чемпионом Матры!
На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Господи боже. Это она, наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Сандра Дорсет. NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика, выноси ее отсюда. Давай, выноси ее на балкон. Шагов назад. Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Чика, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно.
Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно уже никакая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Клиентка жива-здорова? Относительно. Мы передали ее травме, они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу.